Марат, ты видишь, какая тишина и покой. Ёлки-палки. И вода кипит уже. Только бульки создают звук. Потому что шо? Весь район ждет. В ожидании. Даже птицы замолкли. Спасибо. Что ты на испанском сказал, правильно? Шо, мы сегодня будем молчать? Кстати, мы сегодня будем молчать. Друзья, всем привет. С вами... А давай сделаем, как у Чаплина, немое кино. Хотя бы один фильм, а? А я обработаю черно-белым, все нормально. А тебя, у Чаплина были усы, ты не получится, помнишь? Она не выдержит. Это я не выдержу. Друзья, всем привет. С вами я, Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. Испанского настроения и... Что-то на испанском. Друзья, всем шалом. Скажи что-нибудь, ты не взорвался. Всем шалом, а почему на испанском? А потому что сегодня будет испанское настроение. Испанский плов. Почти. Ну я подумал, рис, морепродукты, Марат. А что это? Вообще не знаю. Блин, я могу рассказать про этот рецепт. Интересные вещи. Вот ты расскажи интересные вещи, а у меня фантазия. Друзьяки, птицы запели. В рынду дал. Мы начинаем. А что, у нас лежали с магазина. С мандарина. Стейки мы съели вкуснейшие. Оу. Остались морепродукты. Тут я вообще тебе не покажу, что. Кольца. Кляр я сейчас сделаю. Марат зафарширует замечательные продукты. Ладно, рассказывай. Ты хотел, я буду молчать. Сегодня вообще точно. Рассказывать. Ребят, рецепт не мой. Рецепт очень старый. Я не знаю, кому он принадлежит. Но в 92-м году, когда я прилетел, первый день прилетел в Израиль, репатриировался, так сказать. Я познакомился в кибуце с человеком, которого зовут Александр. Кличка Боцман. Как папа мой, только не Боцман. Саня Боцман, короче. Ага. Он очень... Мы дружим до сих пор. Он был здесь в Архимесе, кстати. Спал. Да, уставший. Наша... Вот этот рецепт показал мне он. Причем рецепт этот он готовит с 70-х годов. Он ходил на рыбацких суднах, по полгода уходил в море. Ну, Боцман же не просто прозвали. Да, и там они готовили вот такие вещи. Там вот достали трал, есть креветка, есть кальмар, и вперед. Рис всегда на борту есть. Фаршировать. Кока. Вот они это готовили блюдо. Поэтому смотрите, и будет очень интересно. Господа моряки. И вкусно. Рында есть. Как говорит Марат, что есть? Санечка, огромный тебе есть... привет, Херсону привет. Что есть большой на борту? О, сегодня выпуск для моряков, правильно? Ты что, Одесса, мама славится? Лучшие моряки на весь мир. Ребята, для вас. Что, как креветка есть? Кальмар очистим, фаршируем. Смотри, вода закипела, кидай рис, 1,5 стакана. Немного, правильно? Стой, постой, подожди, чтобы это было еще и вкусно, полезно. Мы его немножечко подсолим. Обязательно. Так, чтобы это теперь еще было вкусно, рассыпчато и правильно, хорошую ложечку вот так вот соли ляпнем. И еще чуть-чуть от липована. Соп-цабе, Марат, Джан, давай. Варим до такого себе прямо, ну, нехорошего, вот среднего альденте, правильно? Да, чуть-чуть не довариваем, ребят. 70%. 70. Не, лучше 70, потому что мы же его еще потом будем тушить. В чехлах доготавливать, правильно? Что ты их так швыряешь, Сережка? Да потому что корни красиво, как будто бы свежие, знаешь, елки-палки. Как будто бы из нашего Черноморского Черного моря. Что? А вы мне решили кальмарчики приготовить, потому что я вот тебе недавно сказала, что ты помнишь, как ты в Турции готовил? Или нет? Просто у нас были кальмары. Совпадение, правильно? А где ложка? Ты решил все-таки маленькая. Приятное мне сделать. Все, маленький огонь сделал, да? Самый маленький, да. Все. Катюня, совпадение не более, но я давно тебя хотел сделать кальмаров. Я так и подумала. Кальмары у нас не чищенные? Отдаем кипяточком. Во-первых, они примут правильную форму. Ну хорошо. Что ты, я тебе говорил, что живые, ты что, только что с моря? Я такого даже и не знаю. Кукожица. Не сильно заливай, мы сейчас их сразу еще и приготовим уже. И что теперь? Все, бери, жуй. 40 секунд, минута, и сливаем, потом... и начинаем чистить. И будет эта шкурочка слезать, да? Да. Я их сполоснул холодной водой, и мне подогнали немножко льда. Красиво у вас, Марат. Да. Знаете, как будто бы свежие на океане лежат такие, на льду. Так, Марат занимается чехлами, а я уже обрезью. И, ребята, те, кто не знал, так я вам скажу, смотрите. У них есть шкурочка, которую надо почистить, чтобы она вам потом не мешала. Легко, элементарно и просто. О,
Теперь шикардос. Это те... Это что? Кальмары, которые мы в мандарине покупали. Это вообще все продукты с мандарина. Мандариновый рай. Отдирается, Марат? Да, отлично. Вот оно, если вот с горячего прямо в холодное, прекрасно чистится кальмар. Главное внутри посмотреть, чтобы не было хитинки. Сейчас я проверю. Есть такая косточка хитиновая, нету. Здесь... Не, они уже где-то чистые. Угу. Это... Вот кальмарчик прекрасно чистится. Вы, чистильщики. И у меня. Ты тоже, прекрасно. Я смотрю, кайфуешь, да? Я прямо какой-то паук, слушай. Ты посмотри, Кать, а что ты ж смеешься? Это мы тут ржем, а японцы бы взяли это все на клубок, ну, бы сбасали тебе... и халат какой-то пошили. Шо? Язык бы перевязали этим. Да, прямо. Сегодня я в ударе от твоих шуток. Ты же всегда в ударе от моих шуток. Да вот сколько живем, не могу привыкнуть. Там еще и лучок будет? Миленький лучок. Мы его тоже будем обжаривать. Смотри, Маратик, а? Каша рисовая? Все. О, красивая. Не рисовая, да. Но да? То, что мы говорили, альденте, бабах, трахбах. Я пошел его в холодной воде сполоснул. Все. Газ-конфорка освободился. Значит, можем ставить сковородка. Ты что сегодня кухня? Я сегодня и вок приготовил, и вот эту газовую радость достал. Так, чуть-чуть. Есть. У меня там, если что, готово. Под твой супер-пупер, что ты, чесночка добавляешь-то? Так же будет обжариваться? Каплю масла, вот такого, буквально каплю. Все, там капля, я уже накапал. Пол капли, Марат. Там меньше даже капли. И сливочного. Тю, ёшкин кот. Скажи мне, что пол пачки от пачки? Не-не-не. Чуть-чуть? Вот так, да. Половинку. Нам еще масло пригодится. Так я его и не собирался выбрасывать. О! Ты же опять это вот шикарная свадьба масел. Ты любишь так, да? Да, мне нравится. Очень-очень-очень-очень. Так, мешалка есть? Катюнька, ты застываешь от этих кадров, да? Да, ну красиво просто. Это масло такое же красивое, как ты, Сережка. Так, что ты меня спрашиваешь? Конечно, можешь. Кидай. Кидай, жарь, фаршируй. Порезанный лук и много чеснока. Ну, зубчика 4 я порезал. Все-таки ж морепродукты, ешкин ты кот. Жарить сильно не надо, чуть-чуть припустить буквально. Серега, а ну доделай это, а я за еще одним ингредиентом. В Израиль? Да. Давай. А что доделать? А? А что ты делаешь? От Маратя, тут же есть гастроемкость, елки-палки. Выгрузил разочек и готово. Все? После того раза? Ну да. Ты что, смотри, тут нож японский такой, что раз провел, и весь лук Одесской области на нем остался. Ой, шедевр. И это все на фарш, ты представляешь? Как это будет вкусно, еще и в кальмаре. А я потом вообще это предлагаю. Что? В меню вести? Когда Марат уйдет, ага. Кусочек в фольгу завернуть, ага. На гриль, потом резко в морозилку, потом обмотать беконом, еще раз на гриль. Ладно. Вот это шучу. Не, ну это очень вкусно. Это очень вкусно. Что ты хотел взять? Кедровое? Еле оторвал у Толика. Да. Сказал, что оператор послал, он тебе сразу бы разрешил. Так, все, ладно, я готовлю кляр, а вы там делайте что-нибудь. У тебя для фарша все готово? Миска? Креветки сюда. Так, ладно, давай, я потом кляр приготовлю. Можем, Марат? Да. Креветка коктейльная. Вкуснячая. Как у Марата в Израиле было, смотри. Ой-ой-ой. Бэби шримс. Да ладно, хватит повторять. Ты знаешь, что такое шримс? Мы же не на уроке. Шримс. Я даже знаю, что такое гарлик. Я высыпаю сюда орешки. Вот так вот. Кедровые. Чуть-чуть. Слышишь? Тоже. А скажи мне, а сколько не жалко? Немного не надо. Или сколько они должны вот буквально там... У него почти один к одному. Вы там вон 4 драгоценных орешка оставили, Марат. Это для Золушки. Ну, не знаю я. Это для меня, что так ли? Ты же ее кормить будешь потом.
фаршированными кальмарами. А перцы когда фаршированные мне изготовите? Все, Сережка, это дело выключаем. Сделал вид, что не слышит. Слышишь, Сережка? И даем отдохнуть. Перцы будем готовить. Что-то не то, да? Все то мы... Давид, ты мне нужен, брат. А что? Второй, чтоб Марат делал фарш. А, ты уже привык, что это еще одни руки дополнительные. А я показал людям, что этот кляр, хотя кому он надо? Ребята, смотрите, яйца, пиво, борошно, специи, все. Кляр готов. А кляр для чего ты делаешь? А ты что, еще не поняла, что я хочу кольца кальмаров приготовить в кляре на фритюре? Не поняла? Чуть-чуть эту креветку мелкую, еще чуть-чуть. По рублю. Совсем чуть-чуть. По рублей. Смотри, какой у тебя красивый рисунок получился. Где? На ширинке? Да, твоя ширинка уже никого не удивит. Да только что брызнул яйцом. Вечно ты туда что-то брызгаешь. Он же елки-палки. Я вот тут тебе говорю, посмотри, какая красивая картинка. Катя, как, ты, как вот эта лампа. Ты если бы чаще готовила, тебя бы это реже удивляло, елки-палки. Да яйца не в Африке яйца. Зачем мне там готовить, если ты у меня готовишь? Так, погнали. Так, Маратик, у нас 5 с тобой, 2 большие, 3 не очень тубы. Один к одному с креветкой, рис? Да, где-то так. Я думаю, что этот рис и без вашего... Вот этого мешочка будет вкусно кушать. Он такой очень вкусный, он очень вкусный. Еще немножко, Сережа. Я ж бачу. Все. Добрый. Согласен. У тебя где-то были прованские травки. Так, Марат, по специям. Что-нибудь среднеземноморское? Да. Прованские травки, итальянские травки. Там состав, да, короче, просто травки. Там состав плюс-минус одинаковый. Орегано, тимьян, такое вот все. У нас тут что? Для орегано. Просто да, в каждом регионе по-своему называется. Да. А что такое серьезный, Сережа? Как будто бы картину рисуешь. Я вспоминаю, как будет на итальянском орегано. Для орегано. Наверное. Смотри, рис я хорошо подсолил, так что я думаю, что там поэтому... Можешь поперчить. Подождите, у меня же есть фэшн. Ой, какой фэшн? Фиш. Фиш фэшн Сиа Сунинг. Прям я тебе дам понюхать, ты обалдеешь. Это сбалансированное вот, очень... Надо было вот это и больше ничего. Давай. Подожди ты. Ну вот все и больше ничего. Чуть-чуть. Да. Что я тут разные приготовил, а я себе в кляр добавлю. А вот это какой шикардос, уже зелень сразу. Тихо, не переборщи мне. Да не тихо, вот это вот понюхай. Но я добавлю себе в кляр. Вы здесь там балуетесь как хотите, да. Маратик, этот необходимый ингредиент, скажи, прямо с масочком, со всеми делами? Можно, да, оно как раз свяжет, будет прекрасно. Сочное, мощное, да? Ёлки ты палки. Вот это фарш. Тут же вариантов миллион, кто-то добавляет сюда сыр, но я вам вот так вот показываю, как делал боцман, а это очень вкусно. И грибочки, наверное, можно? Грибочки, да? Можно, тогда соус должен быть немножко другой. А, слышишь, как орехи тарабанят? Ага. Ёлки-палки. А вы их варить в чем-то потом будете? Слышишь, ты хотела перец фаршированный, может, ну его в баню все-таки эти тубы и зафаршируем перец вот этим. Это же шедевр. Слушай, это был бы, наверное, какой-то мега-рецепт. Перец фаршированный, да? Креветкой. Ребята, ну это уже совсем другой рецепт. Слушай, на самом деле фантазирую не хочу. Ты что полез туда? За щепой? Перчатки. Резиновые? Ага. Эх ты. Не тихо, там? Не ударься, вон. Так, что мы делаем? Фаршируем. Понял. Слышишь, Марат, как этот морской котик, да? Это морж, морж называется. Или как-то морской лев. О, это другое дело. О! Не убегай. Тут сильно плотно, как бы, как собственно, фаршированных перцев. Рис не до конца готов, поэтому так набиваем, но не прям плотно-плотно. Вот так. Плотненько сильно не набиваем.
оставляем чуть-чуть. Вот так вот. Где кастрюлька? Хорошо, так, ну, кастрюлька я вот сполоснул. Получается, ты сейчас будешь в эту кастрюльку... Да, прям вот так ставим. Пусть пока полежит. Пока лежа, потому что потом стоя... Это вот так вот вас Израиль встречал, будешь, да, Марат? Играться. Нет, не прямо в первый день он мне это блюдо сделал. Но я познакомился с ним в первый день, подружился, и мы дружим до сих пор. Он сначала посмотрел пару недель какой-то человек. Он, я это блюдо готовил... Стоит... Всего пару раз, потому что всегда приходил, готовил Сашка у меня дома его. Мы его все заставляли. Можно тендер объявлять. Промолчит ли Пован все видео или не промолчит? А? Сереж. Такой серьезный, как будто не знаю, что там изготавливает. Пиво. Пиво. Это у меня трагедия, что пиво приходится в кляр, а не в себя. Понятно. Добавлять. Бывает. Я допью. Так, а где... Да, пить еще, я уже привык. Куркума. Чтоб кляр был золотой. Добавим куркума. У Марата вообще другой кляр? Да, я по-другому делаю. Ага. Не, ну я знаешь, вот сейчас ты будешь делать в глубоком масле, я вспомнил. Пончики надо сделать. Как ты любишь кальмаров? Да. И все, мы сделаем пончики из кальмаров. Это очень вкусно, это безумно вкусно. Тем более, блендер у нас есть шикарный. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот немножко. Еще. А теперь ежики делайте. Ежики? Ну, кого? Да. А у тебя тубы закончились? Да. Да. Так ежики подожди, будут. Эти ежики не будут держаться сильно, я тебе говорю. Даже если развалится. Рафаэлки? Да. Правильно, так я и думал, что вот так вот взять, короче, чуть-чуть на дно, и потом так вот сверху и залить сливочками, и все будет нормально. Да. Какими такими сливочками? Меньше, секрет больше. Такой. Нет, ты делай как угодно, что мне я этот... Это я подумал, что когда мы эти кольца, не кольца, а тубы будем есть, ага. А лепешку макать, и чтобы густота была вкуснейшая. Что я говорю? Это как перец фаршированный. Да. Вот когда, только кальмар. Когда один-два развалилось, и ты думаешь, блин, я сказала ежики одним словом, а Сережка Липован, наверное, минуты три вещал нам про такую красоту вкусную. Да, Сережка? Опять со мной не говорит. И что же я такого делаю, чтобы он молчал? Любимый. Что? Ты подожди, посмотри, что он творит тут. Любовь моя. Золотое это самое. Что ты? Кляр всему голова. На, хочешь пальцем лизнуть там что-нибудь? Надо тебе? Смотри, он прям пышет у тебя. Как оладушки. Знаете, какие он умеет оладушки готовить, Марат? Мне Света рассказывала. Вы себе не представляете. Он ее угощал. Вы себе не представляете. Я угощал твою Свету? Не помню. Так. Мне кажется, ты перебальшиваешь. Она мне, вчера целый день прожужжала, что ты изготовил такую яичницу, что я такую не умею вообще. Да, Марат, вот. он три дня готовил эту яичницу, и она была почему, очень вкусная. Почему три дня? Потому что. Что вы несете? Омлет обыкновенный. Да, просто так получилось, что дома кроме яиц ничего не было. Я и три дня подряд готовил омлет. Но он безумно вкусный. Да вы так это говорите, как будто бы я одну яичницу. Ну это Света мне сказала. Я и тебе приготовлю. Что вы так? Вот этого я ждал. Все. Вы в следующий раз со Светой приходите, брат. А то ты так сильно напрашиваешься, что я аж шокировал. Скажи сразу, Серега. Сережа, сделай, это просто было на самом возьми яйца и сделай мне приятно. Очень вкусно, неправда. По-разному из яиц. Так, что надо? Я уже готов поджигать. Где мне, короче, там у тебя будет вариться, соответственно, здесь я могу сейчас уже готовить. Вот это агрегат у нас появился, Марат. Слышишь, сейчас кайфанем, а? Скажи мне, ты хочешь плов приготовить? Фирганский, у нас же рис лежит да. На этой горелке. Запросто. Да? Да. А чё ты? Вот в том 30-литровом казанчике на 4 килограмма красфирганского риса получится порядок?
Станет аж бегом? Так, масло пока налить. Да. Не профукать. Ого, Сергей! Это кляр называется, а не ого. Да ты что? Да не переживай, профильтруем, маме отдадим. Что ты на тебя умоляешь? Ну разве что так. Глубокое масло, кляр у тебя здесь. А, да. Это фритюр. 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 Ты слышал, как раз за угоково? Я же стерялся. У меня чуть вообще... я тебя тебя? Конечно. Я же его не на мусорку понес. Ага. А центрифую потом его. И все будет нормально. Ладно, что у тебя готово? Скажи, а ну-ка, что тебе встанет, говорить? Встанет, оно, наверное, пусть лежит. Марат точно встанет. Да? Когда я тебе говорил, давай сделаем так, чтобы... Ну, за тебя не ручаюсь. Давай этот... когда я тебе говорил сразу, так, аккуратно, японский известный ножик. А вам нужно, чтобы они стояли? Ну, желательно. Ну, пусть лежат. Ой, что ты тут наделал? Что ты тут наделал, боже мой? Стой, сейчас что-то будем делать. А ну, покажите мне, что они там делают, Сереженька. Да ничего я тут не делаю, я просто мой рукастик. Помогаю Марату, чтобы пристал. Лучший омлетчик. Чтобы у Марата кальмар пристал. Так, Марат Джан. Что, Алиса больше нет? Нет. О, вот понял, за что я говорил? Короче. Пусть они себе там лежат. Извини. Да? Конечно. Я развалил тебе эти штуки. Ничего вот страшного, это будет соус очень вкусный. Вот я за это и говорил, что да, вот так вот, когда соус, он будет густенький. Там. Катя, да перестань ты тошнить так противно. Ну, что, как ты скажешь, это, что если ты я не буду? Если спасибо, я не буду. Скажи, молодец, ребята, вы старались. Да, Петрята, вы старались, что Петрята, ты? Петрята. Так, сливка имеет значение, в нашем случае 18-е. Нормально. И что, типа, самые помидоры? Я думаю, у них на корабле сливок не было, они пользовались майонезом или сметаной. Может быть. Наверное, даже вот то, что второе. Вот это вы... Скажи мне, а я хотел сказать, по самые помидоры, но ты же еще не добавил помидоры. Если это ты добавил помидоры, то мы... Помидоры я добавлю чуть позже. Это вы чистые так, сливки? Так, помидоры ты добавишь это чуть позже? Сливки, да. Да. Сережа. Слышишь? Тоже маме повезем. А, как это? У нас там... Кусочек сливочного масла. У тебя руки грязные. У нас не дрыснет? Не-не, все будет отлично. Да? А то ё-моё. Не, у меня руки нормальные. Что, тебе почесать что-то? Поджечь и засечь. Закипит и 15 минут. Прямо, слушай, белоснежная. И ёлки-палки, Марат. А что тебе ловить его? Да я на... А что ты делаешь? Я смотрю, ага. У тебя нет резкости, я отвожу подальше. Ты же не понимаешь, что я делаю. Лезешь дальше. Что-то ты раньше лучше снимала. Может, я еще что-то раньше лучше делала? У тебя помидоры укатились. Помидоры, Марат, у вас укатились. Ты делаешь? Красивое такое. Тебе нравится это? Да. Угу. А вам нет? Так. А ну цепляется хоть? Конечно, цепляется. Посмотри, оно ж бульками такими идет. Ёшкин кот, ты что? Точно будет. На самом деле, аккуратно. Ты прямо их все туда? Ну как все, сейчас. А давай на самом деле все. На, у тебя рука свободная, да, подержи. Конечно. Потому что... Вот это играться, да? Да. Будет сейчас одним куском как пожарю. Кальмаровый блин. Ага. Опа! Марат, вы такое любите? Очень. Я тоже, вы знаете. Но он меня только воздушным омлетом кормит. А мне эта горелка очень понравилась. Смотри, какая обалденная. Мы с тобой давно о такой мечтали. Ага. И у нас таки случилось. Оператор, кстати, нашла. Да. Здесь недалеко по объявлению. Смотри, прям там еще чудные человечки какие-то получаются. Тут главное не форма, тут главное хрустит вкус. Не, я понял.
Никуся занята? Да. А ты крикни, пусть тартар дадут. Правильно? Как мне кричать? О, Марат, идите, иди, пожалуйста, ты крикни. Идите вы крикни. Только не сильно, чтобы они не обиделись. Скажи, тартар в студию. Так. Не руки повытирать. Так, что надо, а надо быстренько, пока тартар не принесли. Постельку? Да. Данкишон, битпишон. Уже, Сереж? Конечно, а что тебе с ними делать? Так долго. О! Прямо обручальная? Да. Не, ты тоже за это подумала? Я про очки подумала. А. Про твои. Заказали, ребята. Скоро на экранах. Очкарик я и Марат, да. Привет. Милане, привет. Красивенько. Согласен. О, здравствуйте. Что ты, маленький поваренок, аккуратно здесь горячего папы. Я буду продавать картошку в Кулибане. А где ты будешь ее продавать? И кто на у тебя будет покупать, а? Есть желающие уже? Ты только среди не ешь, что же ты собрался продавать. Это вот эту порцию ты хочешь продать? Да? Понятно? Я в пакетиках буду продавать. А как в пакетиках? Берешь, нагребаешь пакетик, да? И говоришь, покупайте картошку. Сколько дадут? Аукцион? Нет, слышишь, вот хороший. Жил себе ребенок, пока не задали ему домашним заданием на лето таблицу умножения выучить. Все. Все, бизнес-жилка. Стал бизнесменом, елки-моталки. 30 гривен маленькая порция, 40 большая, слышите? А тут всего пол порции. Пошла тоже что-то продавать. На привозе ее ищи. Пошла тебя конфеты много сейчас. Так, ребята, у меня уже файно есть. Руки. Все, сейчас клярчик на хорошие дела останется. Идите, пока у тебя варится, давайте будем уже кушать. Катюня, а я что-то не понял, а чего мне сегодня пиво нельзя? А просто так. Ай, аргумент. Угу. Что? Горячее. Извините, а? Я вышла из игры. Да? Ну не стыдно, она только что с костра, ёшкин ты кот. Хорошо. Ты сказал, давайте идите сюда, но я и пришла. Я не думал, что ты прямо аж так. Я и вам молниеносно отреагируешь. Маленький поварёшка, принеси, пожалуйста, красивую тарелку папе. Желательно прямоугольную. У Толика, скажи, под кальмары пусть даст. Что ты с корыта вот это сразу ешь, елки-палки? Ты же в ресторане, подай людям пример. Хорошо. Марат, Джан, почти началось. А? Ты что? Прямо суп какой-то из кальмаров будет. Будет вкусный. Он, кстати, это очень вкусно холодным тоже. Чистый белок. Да ты что? А оно затянется, Марат? Хочется вот так вот. Как сливка, конечно, да, она же будет вариться и будет затягиваться. Да, сейчас она закипит, а сделаю газ поменьше, и все, и потом будет затягиваться. А вот то, что там вот это вот Рафаэлло развалились. Это будет как соус. Это будет еще вкуснее. А вот это кроме риса ничего не солили, да? Солили рис, солили сам фарш. У нас специя уже шла. Специя соленая. С солькой. Она же сбалансирована там. Средиземноморская. Понятно. Сейчас мы еще бахнем туда помидорку и в конце. И она сливки и чеснок окрасится такой в розоватый цвет. Будет нам счастье. Хорошо. Так, я что, я тут вторую партию уже тоже закончил? Хорошо работает эта штуковина, а? Да, конечно. Слышь, дым не идет, жары нема, елки-палки. Хочешь долгари, смотри. Катя довольна. Сразу. Ты что, двухконтурный? А, что не пахнет дымом, Марат? Ну, конечно. Ну, удобно, а чего нет? Да. О, молодец, спасибо. Спасибо, ценю. Это канареечные аплодисменты.
Не забудь масло маме. Катины одноклассницы. Уто? А уже без них никуда. Ты понял, они уже, они каждую съемку уже прилетают посмотреть. Все нормально, Катя в порядке, все, все хорошо. Да, да. Сейчас как... Не, они с барахолки преследуют, понял? Сиренет вам куда-нибудь двоим. Будете знать. Катя, ну перестань, мы же готовим еду. Так это природа. На перегонки, да? Ты что, она стоит? Бусинка, садись, здесь есть сиденье, садись. Нет, она, да? Она еще и танцует. Пошлите. Ох и бурлит, ох и кипит. Что у тебя там? Чесночок. Бачу, вижу. За 5 минут, ребят, до выключения, до готовности, немножко чесночка еще в сам соус. И помидорки черри на половинке и вот так вот прям. Родом из Израиля. Да. Их прадедушка или прапрадедушка. Те, кто не знал. Вместе со сладкими сливками даст немножко такую легкую кислинку и будет очень вкусно. Да ты что? Скажи, мне сюда пармезан не идет, в конце не затирают его? Ты знаешь, это можно было сделать в фарш. Но я делал сегодня аутентичный, как боцман готовит, без пармезана. Понятно, ребята, сегодня вместо пармезана кедровые орехи. Так что? Да. Давайте, не будет того, кидайте другого. А не будет другого, так никто не первый, правильно? Да, все. Не обязательно пармезан, сыр можно любой добавлять. Так я так понимаю, что не обязательно и кальмар? Не, кальмар. Перец, кабачок. Синий, в конце концов, фаршируйте, и будет вам счастье. О, ты что? Как это? Чем бы дитя не тешилось? Замена растет, елки-палки. А? Марат, учи только хорошему. О, что ты тут наготовил, родненький, мама дорогая, даже поднимать не буду. Ребята, вот то, что он говорил по времени. За такие штучки? Мы сосисок добавили сюда. Серьезно, что ли? Да. Нафиг вы их туда положили? Ты что, кошерный? А, это помидорки. Эх ты, деревня. Все ясно. Я, честно говоря, первое, что подумала, что сосиски. Ты посмотри, как он уже, Марат. Что вы папой там? Ай-яй-яй. Все хорошо, а? Ты посмотри, сосиски, а? Супер, супер. Ребята, вы даже не понимаете, какими здесь морепродуктами пахнет прямо аж очень сильно. Так, что это сюда? Чуть-чуть подкоптилось. Давай делаем красиво, пробуем и что? И настройку, Марат, да? А ты в больницу? У Марата Йося заболел. Да, да, пошлите ему лучки здоровья. Все, пожалуйста. Вот пипец. А я ему говорю, пусть Мурку с собой возьмет на пару дней. А я сейчас только что на нее лежала, тоже что-то смотрела. Все. Думала, а что лучше, чем как это, маминой ласки ничего нет. Так, что? Ты будешь пробовать я хочу вот это. А? Вот это, дай мне большую ложку, поварешку. Сейчас, братик, попробуешь даже, не переживай. Это ослепительную костру. Ты говоришь, что тебе дать? Ну, я хочу вот эту жижу есть. Постой. Тут не так это все блюдо едят. Жижу ты попробуешь? Угу. Тут надо, хочется красиво как-то и аккуратно какой достать. Интересный. Такой... Катюша, как оно пахнет. Постарайся передать весь этот аромат. Бесподобно. Я не помню, Марат, чем пахло так последний раз. А, он там, ему сейчас не до меня. Паэль, не паэль. Что мы такое готовили? Просто именно яркий, замечательный, сногсшибательный вкус морепродуктов. Горячая, просто пипец, развалюха. Ты бачишь? Я такого никогда не видела. Стой, отойди, дай сейчас поварёшка. Тут поталапаюсь. Ты эту жижу добавишь туда, да? Да, 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 да. Вот эти... Марат, тут что-то такое нереальное. Что там папа вытворяет? Не, брат, пармезан здесь точно лишний. Это такое, это ну, такое. Почему же лишний? Он это сюда точно бы подошел бы. Возможно. Это что, мама дорогая, смотри, что я делаю. На корабле пармезана не было. Смотри, что я делаю. По-братски. Раз, два, три. Вот столько.
дам тартара вот сюда. Как я украшаю, а? Вообще тартар надо было положить на кольца. Ну ладно. Но красиво все равно. Марат, это угощение. Это вообще не нам, это я хочу людей угостить. Подписчики такие случились. Ребята, приятного аппетита. Братцы, мы еще не пробовали, попробуйте вы первые. Расскажите, что это такое. Короче, это кальмар, это кальмар, это кошмар. Это все вместе тоже кальмар и кошмар. Приятного аппетита. Давай, а теперь можем и мы пойти попробовать. Ты что, ковер, спасибо, кто принес, не знаю, но очень доволен. Ты что, я его хотел сегодня для уважаемых поселить, но понял, что места не хватит. Такой огромный, наверное, самолет. Так. Да, простелим, тут же надо сначала подмести, все будет нормально, пропылесосить. Ага. Так. А, все будет нормально, дай мы сначала попробуем, а потом уже этот, забомбим, на здоровечко. Марат, вы видите? Да. Марат, вот такие вы с боцманом гоняли? Братик, приятного аппетита. Боцман любил вообще, он покупал маленькие такие, и чтобы, знаешь, взять в руку и два раза укусить, и все. Хорошо. А ты... вообще, извини, что перебил, когда оно охладится, оно тоже очень вкусное. Я брал с холодильника, нарезал его, как, скажи мне, как суши. Шайбочками такими. Ага, сашими. Колечками. Да, колечками. И ой, как это безумно вкусно, когда оно напитается вот этим соусом, полежит в холодильнике. Ты просто второй или третий раз за видео говоришь, что боцман любил. Он в порядке. Он не дай бог или слава богу, все хорошо? Слава богу, в Херсоне все. Ты что? Йо, а ты тоже. Ай-яй-яй. Да. С вами. Ты что, а куда ж без него? Херсон? Эх ты. Как там? Если арбузов мало, у нас их много уродило, так что давай приезжай, все будет нормально. Поделимся по-братски. Что, нарезать? Нарезать. Опять? Что ты колечками? А, тут. Катенька, ну для колечек, чтобы это было, надо было, да, я тебе говорю, ого! Вот это личинки, посмотри на них. Марат, ты бачишь, где оно там блестит у тебя? Орешки? Да. Очень красиво. А сейчас очень. Папа тебе тоже даст попробовать, наверное, вкусняшку. Да. Какую-то другую. Не, а у нас там или зубы, или просто температура, что-то я не понял. Что-то он не понял, говорит. Марат, ты не ходи, пробуйте. Не ходи бесплатно, не возьми вилки здесь сразу, справа. А вот Игорь стоит как раз сейчас. Проси Игоря. Так, что еще? И Нику им отдайте. Ой, Нику им отдайте. Я тут ищу самое красивое, но походу самое красивое я уже отдал людям. Не надо сюда втыкивать. Я вот хочу вот сделать, как Марат говорил. На, это тебе. Тебе, Игорек. А ну-ка, давай, открой, я тебе присуну. Мой хороший, давай. Пишу. Катюша. Угощайся. Бери колечко. Кальмара. Любишь? Бери, не стесняйся. Хочешь, в кальмар потыкай. Вот на тебе. Бери, угощайся. Марат, кому ты дал ребенка? Надежным людям? Да. Все, приятного аппетита. Ой, тихо, аккуратно. Ты хотел вот так вот? Вкусно? Тихо. Очень вкусно. Слава богу. Держи тебя руками. Ника у нас тут. Сейчас и я себе, сейчас всем. Андрей, брат, Марат, хозяин шкафа, иди сюда. Он Катюня. Все время говорит, что у меня большой рот. У вас тоже такой рот не маленький. Хорошо залез туда, кальмарчик. Да? На здоровье, ребят. Спасибо. Андрей на подходе. Ярик, кто не знал, иди сюда. Человек занимается мебелью. Так и зовут. Ник Мебель. Андрей с Николаева, хозяин мебели. Самый большой интернет-магазин на юге Украины. Я хотел сказать, да. В Африке, но нет, на юге Украины. Так что, ребята, переходите, смотрите, и такой шкаф будет у каждого. Мне если что, такие два еще надо будет туда на стройку. Договоримся. Давай, пока не договорились, начинай залезать в долги. Ику, нет, а что ты его сразу в рот пихаешь? Не стыдно тебе? Возьми этот. Вот это, да. А где вилки? Катюня? Марат, иди сюда, Катенька. Чего ты застеснялась? Андрюха, да не стесняйся. Да соуса нормально, я хотел показать. Смотри, что происходит с кальмаром от вилки. Готовый, да, ты что, готовый, Марат? Да. Да? Я тебе расскажу, как этот готовится, Кляр Тартарович. А ну-ка, попробуй. И спробуйте. Катенька, он настолько нежный, что не хочет пихаться на вилку. Держи. Вердикт. Молчит. Не, ну если не говорит, тогда нормально, а? Бесподобно. Отшибло дар. Марат, не стесняйся. Это на. Вот по мне. Давай, еда ты. Такая, Марат. А?
Это по мне еда такая. Твоя, да? Угу. Ой, значит, тебе пончики понравятся. Скажи, ну ничем, ну чем не плов испанский? Да, ты был прав сначала. Не О. знаю, при чем тут Испания, но они любят, да, рис. Там морепродукты. Да. А паэлью мы что готовили, помнишь этот бесподобный вкусный рис? С морепродуктами. Да. Вкуснее, чем у боцмана. Блин, ну конечно, орешков кедровых на судне не было, это уже от меня. Но очень вкусно. Но, аж бабочка прилетела. Все, как я хотел. Шикарно. Вкусно. Я вообще не знаю, что сказать. Это безумно вкусно. Это нереально нежно. Угу. Катюня? Да. Твоим губам так, есть у кого так, поучиться. Прям... И помидорчик тут в тему, ребята. Если кто-то хочет сыр, хотя, мне кажется, он тут настолько самодостаточно, что сыр тут будет лишний. Да трите, Шура, трите. Если он у вас лишний, то трите, конечно. Пикантности бы добавили мы сыром. Пикантности мы сыром, не, ну, если только... Слушай, а я очень даже чувствую. С плесенью есть сыры или вот эти остренькие сыры, пикантность. И тут Марата понесло. Я хотел сказать, ты остановился? Да. Жевать. А теперь почувствуй. Очень вкусно. Всю эту благородную... Да, благородный вкус вот этих вот специй. Ребята, и холодное, оно такое же вкусное. Легкая остринка, замечательное, там все есть. Марат, Джан, спасибо огромное. Сколько там осталось? Всего 3 штучки. Сейчас еще один угостим. И один маме. Маме не забудь. Все. Так что, Катюша, извини. Мы про маму помним. Эй, вы, что вы делаете? Падаете оба. А это Муркиной маме, Марат. Это у тебя из носа выпало, если что. Да, я понял. Очень вкусно. За всю свою ресторанную жизнь, а это уже лет-то хороших 25, я никогда вот нежнее кальмара не пробовал. Ты его довел до оргазма. Он, если был бы живой, он бы до сих пор бы сейчас ногами бы дернул. Но... Может, просто кальмары хорошие продают в мандарине? Мне, кстати, туда нужно за сыром, вот с тем, с трюфелем, срочно. А мне за кусочком мяса. Катя, и возьми тот, который вы мне обязательно взяли, старый Амстердам. Безумно. Так, тихо, чтобы не подскользнуться. Марат, спасибо огромное. Тебе и боцману. Мандарину. Ребята, если вы не знаете, что такое мандарин, так я под видео оставлю. Как туда добраться? Шикарный, замечательный магазин для гурманов. От всей души, с хорошим настроением. Для вас сейчас так будем уничтожать этот соус. Да, Марат, я Дескрип. Всем пока-пока. Чао.